Собралась я делать пончики колечками по своему рецепту. Сейчас сделаю опару, потом покажу остальной процесс. Здесь ложка сахара, ложка муки, 25 грамм жирных дрожжей. Все это мы будем сейчас растворять. Растворять, пока вспенится. Хотя нужно было сливочное масло, но у меня его нет, 50 грамм. Добавляю. Здесь у меня сахар, сметана, яйцо. Я потом напишу рецепт. Теперь муку добавим, опару. Все разотрем. Замесим тесто. Далее будем. Сметаны, жира, яйца, сахара. И вот у меня опара такая уже разыгралась, вспенилась. Я уже все сюда выливаю. Добавлю остатки муки и замешу такое мягкое эластичное тесто, чтобы можно было его раскатывать потом. Очень вредное. Очень вкусно.